Добрый день, всем привет! Ролик, посвященный вручению самой престижной российской премии в области хоккея «Харламов трофи», мы решили снять на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Посмотрите, какая здесь красота! Артемий, во-первых, поздравляем тебя с победой! Ты большой молодец, лучший новичок в истории НХЛ. Мы решили проделать акцию и узнать, как хорошо знают нашего знаменитого хоккеиста бразильские болельщики. У нас есть переводчик, это Ислам. Он будет нам помогать в этом нелегком деле. Мы специально распечатали фотографию Артемия. Вот он такой здесь красавец. И не просто так он здесь изображен не в хоккейной униформе, чтобы его бразильские болельщики не могли сразу узнать Артемия. Да, булочник прям. Все, мы будем подходить к первым попавшимся бразильцам и спрашивать, что вы думаете об этом парне, да, Олег? Подойти, да. Олег, как думаешь, кому подойдем? Да, мы подойдем к первым встречным. Вот замечательные люди, такие настоящие бразильцы. Bom dia! Вы знаете, кто этот человек, изображенный на этой... Артемий Панарин. Круто! Артемий Панарин, вы знаете его, да? Спроси. Говорит, что он атлет русский, это спортсмен. Русский? Да, да. Как их зовут, спроси, чем они занимаются? Qual seu nome? O que vocês estão fazendo agora? Praia. Они отдыхают на пляже. Спасибо вам, спасибо большое. Обригада. Там у Артемия узнали эти ребята. Куда дальше пойдем? Дальше пойдем к самым красивым девушкам на пляже. Вот девушки, не знаю, бразильянки они или нет, но мы узнаем, бразильянки ли они, и узнаем, знают ли они Артемия Панарина. Hola, boa tarde. Hi. Oh, you speak English? Yes. Okay. Как зовут, спроси? What's your name? Sarah. And your name? Becky. Откуда? Откуда? Where are you from? We're from England. Oh, England, that's great. Yeah, that's great. We're from Russia, and do you know this cute guy? Artemi Panarin. Oh, yeah. Wow. Hockey. I really like his muffins, but he's a really good hockey player. Very tasty cookies too. Fantastic. Thank great. You so much. Что они думают? У него большое будущее. What do you think? Does he have a good future in hockey? Oh yeah, excellent, especially if he continues to bake cookies. Спасибо вам большое. Красивая тут панорама. Фантастическая панорама. Куда пойдем дальше? Я думаю, пойдем к серфингистам. Серфингисты отчаянные парни. Наверняка они не имеют никакого представления о хоккее. Bom dia. Спроси, как зовут. Как, да, сколько они тут живут? Что они тут делают? Они здесь работают. Работают? Великолепно. Давай, задавай. Ребята, вы знаете, кто этот парень? Артемий Панарин. Он говорит, что это русский Рональдиньо. Русский Рональдиньо? Русский Рональдиньо Артемий Панарин. Спроси, а смотрят хоккей здесь, да, Юр? Когда есть свободное время, они смотрят хоккей, но они в основном работают. Передают привет Панарин, они передают привет. Хочешь сказать ой про Панарин? Спасибо. Я думаю, мы должны поискать наших соотечественников на пляже Копакабана, самом знаменитом пляже в мире. Мы встретили российских болельщиков. Россия, вперед! Привет. Как вас зовут, расскажите? Татьяна. Михаил. Откуда вы приехали? В Самару я приехал. Пришел? Я пришел, приехал в Чили автостопом сюда, вот, поэтому, ну, мы, конечно, пришел, практически пришел. Вы тоже? Нет, конечно, я прилетела из Москвы. Как вам Олимпиада? Знаете, прекрасная. Ну, я болельщик фехтования, поэтому я смотрю именно фехтование, болею за наших ребят практически каждый день. И, вы знаете, уже
очень-очень много медалей в нашу копилку принесли именно наши фехтовальщики. Верим сегодня в финале с Украины, еще одно золото будет. Мы не просто верим, мы вот прямо уже через полчаса выезжаем в Олимпийскую деревню на арену Кариока 3 и будем смотреть финал, болеть за наших громче всех. У нас есть вопрос к вам. Мы тоже выезжаем, но у нас есть один маленький вопрос. Кто этот симпатичный парень? Я так думаю, что вы чуточку опоздали или должны были подъехать через пару лет, потому что это Панарин хоккеист. Вот, Олимпиада зимняя, а сейчас Олимпиада летняя. В Корее, да? Поэтому я думаю, что немножко, не знаю, в тему, не в тему, но я думаю, что в тему, если вы про это спрашиваете, это Панарин, хоккей сборной России и американского клуба, имя которого я не знаю, потому что хоккеем интересуюсь постольку-поскольку. Вот. Я знаю, что он проводил каникулы чуточку отлично от футболистов российских, про это в интернете очень много говорят, поэтому я так думаю, что он молодец. Во всех планах. У меня познания не такие огромные, я только знаю, да, что это Артемий, что это хоккеист нашей российской сборной. Что вы ему желаете все вместе? Побед. Да, побед и профессионального долголетия, востребованности в профессии, чтобы он еще очень долгие годы высоко над головой нес знамя Российской Федерации. И флаг Российской Федерации. Кубок Стэнли. Кубок Стэнли обязательно. Не знаю, брал или не брал еще, так как я в хоккее не разбираюсь, к сожалению. Ну вот, мужчина о кубках, женщина о патриотизме. Ну что делать? Теперь точно возьмет кубок. Спасибо вам, ребята, спасибо. Ну что, куда? Кому пойдем дальше? Наверное, опять к девушкам. Вот симпатичные девушки. Ола. Ола. Do you speak English? Yeah, and Russian too. О, русские. Да вы русские? Русские, русские. А вы откуда? Ну, из Москвы. Москвы. Да, мы приехали болеть за фехтовальщиков за наших. Опять за фехтовальщиков? Все болеют здесь за фехтовальщиков. Здесь они болеют за фехтовальщиков. Да. Молодцы. Сегодня идете на финал с Украиной, конечно, да? Конечно! Вы что, боже, уже нервы, нужно Кайперини заливать. Так, перед тем, как мы отметим Кайперини, надеюсь, нашу победу, у нас есть один маленький вопрос. Развернись так, это солнце вот так немножко, да. Кто вот этот вот симпатичный юноша? Знаете его, кто это? Что-то не узнаем. А что он стоит с булками? Может быть, он кулинар? Может быть, булочник? Так, понятно. Как вы думаете, кто это? Я не знаю, но если вы советского спорта, наверное, все-таки он спортсмен. Так. Мы дадим так наводку. Это хоккеист. Отлично! Мы так и думали. Как его зовут? Его зовут Алеша. Алеша Попович, да? Очень русское, хорошее, открытое лицо. Вторая подсказка. Артемий. Как фамилия? Теряюсь в догадках. Лебедев, может быть? Дизайнер ты здесь. Артемий Малкин, нормально. Артемий Малкин. Что вы любите хоккей смотреть? Артемий Малкин, сколько на Олимпиаде в Корее забит голов? Да ну что вы нас спрашиваете о таких вопросах, понятия не имеем. Ну вы поедете? Мы приехали. А ну в Корею ты собираетесь? Конечно, подожди, в Пекин. Нет, ну, а потом в Пекин. Корея, потом Токио, потом Пекин. Везде поедем. Россия вперед. Россия вперед! Футбол. Футбол самая популярная. Футбола. Копакабана – это родина всех великих футболистов. Может, они любят хоккей? Давай спросим у них. Давай спросим. Спроси, как зовут его, как тебя зовут? What's your name? Kia. Как зовут его? Kia. 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 Yeah. А как маленького зовут? What's your name? Kenar. 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 Как, что вы играете в футбол? Сколько часов в день? Você joga futebol quantas horas? Umas 2 horas. 2 часа где-то. 2 часа. В день. Бразилия выиграет чемпионат России в футболе, когда будет в 2018 году. Бразил, вы знаете, что Бразилия будет выиграть Copa do Mundo в 2018 на Руссии? Sei lá, mano. Eu acho que pra mim vai dar França. Будет. Он сказал то, что Франция может победить. Не Бразилия. У нас есть к вам важный вопрос, короче. Переведи, пожалуйста. Eles estão perguntando. A gente tem uma questão pra você importante. Кто этот человек? Quem é esse homem? Você conhece ele? É o Панарин, o melhor jogador da Rússia. Sério? Кто это такой? Он знает его? Да, он говорит, что это Панарин, он лучший игрок России, играет в хоккей. А спроси у мальчика, он знает его? Você conhece ele? Conhece. Quem é ele? Панарин. Панарин тоже знает. Смотрит хоккей, спроси здесь, Бразилия. Você está assistindo hockey?
Você gosta de assistir hockey? Não. Нет, не любит. А ты смотришь хоккей? Спроси меня. Você gosta de assistir hockey? Sim. É muito maneiro. Да, очень весело хоккей. Мне нравится очень. Спасибо вам, ребята, спасибо. Валё, обригад, женщина. Обригада. Наши дальнейшие действия не знаем. Мы, по-моему, опросили всех. Нет, вот есть торговец с купальниками. Торговец с купальниками? Давайте спросим его, знает ли он. Как зовут? Проси, как его зовут? Как ваше имя? Эвералдо. Эвералдо? Как продаются купальники на пляже Копакабана? Хорошо? Как ваш бизнес? Хорошо, слава богу. Хорошо, у нас есть важный вопрос к вам. Важный вопрос. Кто этот человек? Кто этот человек? Melhor jogador de hockey da Rússia, Panarin. Он говорит, лучший игрок хоккея в России, Панарин. А он его знает прям хорошо? Вы знаете его? Conheço, conheço. Конечно, конечно знаю. В России как в хоккее? Что вы думаете о хоккее да Руси? Está bem? Está bem, sim. Está bem apresentado. Ему очень нравится хоккей в России, он думает, что есть будущее отличное. Скажи, Панарин, как его зовут в Бразилии на Копакабана, чтобы он приехал, встретились, они бы как бы вместе отдохнули. Você queria, você gostaria de passear com esse homem na praia, relaxar aqui? Com certeza, tá? Конечно, я бы хотел с ним отдохнуть на пляже. Спасибо вам. Спасибо. Здесь на Копакабане очень много русских. Я тоже их заметил, и их легко отличить. Они ходят в форме сборной России. Привет, ребята! Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Юра. Владислав. Откуда приехали? Из Челябинска. О. Сколько летели? 24 часа почти, 22. Это только летели, еще пересадки, наверное, да? Ну, конечно, пока в Москве покурили, пока в Дубае переночевали. Мы, кстати, тоже через Дубай летели. Вы заранее планировали поездку на Олимпиаду? О, конечно, заранее. Да. Да, то есть... Ну, у нас такой есть президент федерации нашей... Алишер Усманов, он для нас сделал такой... Опять фехтование, да? Да, это фехтование. Вот он для нас сделал такой подарок, как бы отправил болеть за наших ребят. Вот, и вот мы здесь итоге... участвуем как болельщики. Ну, вся Копакабана болеет за наших фехтовальщиков. Сегодня последний у них вид. Вообще... Завтра последний. Завтра последний. Да. Вообще, Челябинск уже хоккейный город. Там Женя Кузнецов, у вас много хороших хоккеистов, да? Да? Вячеслав Быков у вас в городе. Вот, у нас есть вопрос как раз про хоккей. Да. Ребят, скажите, пожалуйста, кто вот этот человек? Это Панарин. Панарин? Да. А вы его знаете, да? Хорошо? Ну, конечно, он же тут на мире выступал. Да, да. Вот, очень хороший человек, классно играет. И отдыхал. Кстати, тоже из Челябинска, он же из Коркино. Да, да, да. Из Коркино. На мотоцикле гоняет. Да, вы видели, да? Отдыхает, да. Что вы ему желаете? Как, а что можно пожелать человеку? Здоровья и спортивных успехов. Да, да. Ну, понятно. Удачи вам, ребята, спасибо. Спасибо. Пока. Встретимся на фехтовании сегодня. В форме сборной России, может, как раз тоже не спросим. Да, они как раз вышли из русского дома. Возможно, это спортсмены. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы спортсмены? Спортсмены. Каким видом спорта занимаетесь? Тэквондо. Тэквондо. Скоро вам выступать, да? Да, 18-19 мы выступаем. Здорово. Желаем вам удачи. Расскажите, как вам здесь нравится? Спасибо. Нам здесь нравится. Очень красиво, тепло, жарко. Купаться нельзя, но ходим по побережью, только ноги мочим. Запрещают вам купаться? Ну, нежелательно перед соревнованиями, да, и запрещают. Не боитесь ходить? Тут дзюдоисты побили недавно. Нет. Нет, в принципе, мы ходим только в дневные времена суток. В принципе, нормально так. Ничего криминального. Понятно. У нас к вам один вопрос. Мы проводим опрос. Кто вот этот человек? Это спортсмен. Сразу даю наводку. Знаете его? Я, если честно, нет. Так, еще... Почему он булками торгует, как вы думаете? Ну, может быть, он работает в пекарне. Нет, он спортсмен, еще я помогу вам. Может, он рекламирует просто там какой-то... Да. О, он хоккеист. Каких хоккеистов вы знаете? Малкина, Евгения Кузнецова. О, кстати, вы из Челябинска? Да. Да? Сразу видно, да. Он, кстати, из Коркино. Из Коркино. У вас есть Челябинск? Из Челябинской области. Я знаю, да. Вот, вот. Это. Я родилась там. Да? Коркино? Так это Артемий Панарин. Артемий Панарин, ваш земляк. О, я должна была узнать. Да. Блин, Артем, я не знаю тебя. На самом деле он очень крутой хоккеист. Набрал 80 очков, сколько он набрал? Ну где-то да. Колдер Трофи получил. Вот. И лучшему новичку НХЛ. Мы надеемся, что он выстрелит на Олимпиаде в Корее. И думаем, что вы выстрелите в Рио. Мы будем за вас очень болеть. Спасибо.
спасибо вам большое, ребята. Спасибо. Удачи. Удачи, Россия вперед. Спасибо. Дом, который находится на Копакабане. Да, мы в русском доме здесь замечательно все устроили для российских болельщиков. А вот я вижу болельщика с надписью СССР. Наверное, он, наверное, русский. Наверное, русский. Здравствуйте. Маракс. Луис. Луис? Не, подожди, он бразилец сразу? Бразилия. Почему в СССР написано? Porque você tem camisa da União Soviética? Não, é ideologia. Это идеология. Он любит Советский Союз. Советский Союз. Коммунист. Коммунист. Коммунист, да. Sim. Вопрос у нас есть важный. A gente tem uma pergunta importante. Você conhece esse homem? A gente tem uma pergunta importante. Quem é esse homem? Você conhece ele? Conheço. Mas diga de novo a frase. Você conhece esse homem? Sim, sim. Conhece? Dá uns netos de boa. Кто это? Quem é ele? Коларин. Коларин? Da Rússia. Ele joga... Ele é atleta? Sim, atleta. E quem ele joga? Sim, joga. Mas futebolista? Futebolista? Ele é futebolista? Sim. É futebolista para Нарям. За Спартак играет? Спартак. Или жил на Спартаке Москву? Спартак Москву. Да, говорю, Спартак Москву. Футболист Панарин играет за Спартак, да? Да. Бразилия вперед, Бразилия. Спасибо. Obrigado. Спасибо. Obrigado. Tchau. Valeu, muito obrigado. Мы опросили практически всю Копакабану, включая русский дом, и поняли, что Артемия Панария нас знают здесь практически все. Артемий, так держать. Ура! Россия вперед! Я решил спросить, кто знает этого парня. Вот у Юлии Ефимовой. Привет, Юля, как дела? Как тебе нравится Бразилия? Очень нравится. Пляжи, тепло, хорошо. Соревнования закончились. Главный вопрос тебе по всей Олимпиаде, потому что здесь произошло, по всем выступлениям, звучит так. Ты знаешь этого парня? Конечно, знаю. Тёма Панарин. Есть, знаешь. Тёма Панарин, да? Да. Расскажи, ты же была в мае на хоккей, чемпионат мира, приходила, да, смотреть. Очень понравилось. Первый раз была лично на соревнованиях, постоянно только по телевизору. Была просто в эмоциях. Сразу, когда мы зашли, как раз забили, уже немножко опоздали и забили гол наш. У меня сразу слезы на глазах, потому что я как спортсменка, я очень бешено реагирую на такие события. Вот. И мне очень понравилась атмосфера. Конечно, очень вообще люблю хоккей, нравится смотреть, интересно, особенно силовые приемы. Вот. Поэтому желаю нашим ребятам удачи на следующей Олимпиаде. Спасибо тебе, Юля.